Ночью в Могилевской областной больнице 55-летний пациент, перенесший инфаркт, напал на врача. По непонятным причинам разбушевавшийся житель Быхова выскочил в коридор медучреждения, где его попытался успокоить дежурный 39-летний доктор. Но пациент нанес несколько сильных ударов металлическим держателем по голове врачу, а затем сам выпрыгнул из окна третьего этажа. Сейчас врач и пациент с тяжелыми травмами находятся в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.